На сегодняшний день в Ульяновской области зарегистрировано более 20 тысяч владельцев оружия, у которых хранится почти 40 тысяч единиц. Весомая часть зарегистрированного оружия – охотничьи. За нарушение правил оборота сотрудники Росгвардии изъяли почти 300 единиц. И это только за 4 месяца 2024 года. Кроме того, 247 ульяновцев привлекли к административной ответственности. Профилактические рейды росгвардейцев будут продолжаться и после закрытия сезона для предупреждения незаконной охоты. Ответственными должностными лицами проводятся не только проверочные мероприятия по выявлению нарушений, в том числе на территориях охотничьих угодий в период проведения охоты, но и проводятся инструктажи в соответствующих охотообществах. Важно и своевременно оформить документы, не менее чем за месяц до истечения срока лицензии. За нарушение также предусмотрена административная ответственность. Кроме того, сотрудники Росгвардии напоминают владельцам о правилах хранения, ношения и транспортировки оружия. Не допускается нарушение требований транспортировки оружия как к моменту прибытия и убытия с проведения охотничьих мероприятий, так и категорически запрещено нахождение в охотничьих угодьях с оружием в состоянии алкогольного наркотического опьянения. Также необходимо соблюдать меры личной безопасности. Следует помнить, что доступ к месту хранения должен быть исключительно у владельца. Оставлять оружие без присмотра тоже запрещено, ведь небрежное отношение может привести к непоправимым последствиям. Юлия Адамова, Улправда ТВ.